о Барбере, которую, я надеюсь, очень интересная, я уверена в этом, расскажет нам о выставке сегодняшней и немного о ремонте выставки. Buonasera a tutti, volevo ringraziarvi a nome di Giampaolo Barbieri, a nome della Fondazione Giampaolo Barbieri, per questa meravigliosa accoglienza. Добрый вечер всем, я хотела бы вас поблагодарить от имени Джампаоло Барбьери, от имени мастерской за эту великолепную встречу, за этот потрясающий прием, который вы нам организовали. Non solo qui a San Pietroburgo, anche a Mosca, Vladivostok, Kaliningrad. Grazie a Olga Splivova, che grazie a lei tutto questo è stato possibile. Grazie a Laura Serani, che è stata la curatrice della mostra. Grazie a Prascovia, che ci ha accompagnato in tutto il viaggio, della Russia. Siete un popolo meraviglioso e vi ringrazio di cuore per averci accolto con le braccia aperte in questa maniera. Ну, не только в Петербурге, а также в Калининграде, в Москве, в Владивостоке, благодаря Ольге Свивловой мы совершили такое великолепное путешествие, благодаря Прасковье, которая везде с нами путешествовала и помогала нам в организации этих выставок. Вы невероятные люди, вы невероятный народ, я сердечно вас благодарю. Nuovamente grazie di benvenuti tutti. Giampaolo sarebbe stato molto contento di venire qui, sicuramente torneremo prima che la mostra chiuda, perché è un suo dovere stare qui. E purtroppo non ce l'ha fatta in questo momento, ma sicuro tornerà. Spero che anche voi, il giorno che lui venga qui a vedere la sua mostra, ci sia. Спасибо большое вам, что вы все сегодня пришли. К сожалению, не смог приехать Джампаоло Барбьери. Мы обязательно сюда вернемся еще до закрытия выставки. Ему, конечно, было бы очень приятно сейчас присутствовать, но, к сожалению, некоторые обстоятельства не позволили ему быть сейчас здесь и видеть вас всех. Se avete qualsiasi domanda sulle fotografie, chiedete risposte, non esitate a domandarmi qualsiasi cosa. Ci accompagnano anche Eugenio e Luca, che sono i nostri rappresentanti commerciali della Galleria Tintinera in Progress, che sono i responsabili commerciali della parte delle fotografie di Giampaolo. Potete anche domandare loro qualsiasi cosa sulle fotografie. Io sono qui, ringrazio ancora, godetevi la mostra. Я еще раз от всего сердца вас благодарю. Я готов ответить на все ваши вопросы. Нас сопровождают также и Учению, и Лука. Это наши представители из Милана, которые помогали нам в организации этой выставки. Также они с радостью ответят на все ваши вопросы. Все, что вас заинтересовало, разглядывая эти великолепные фотографии. Внимание, я хотела сказать вот что. К сожалению, действительно, Джампаоло Барбьери не смог присутствовать на нашем вернисаже сегодня. Но мы очень ждем, что в течение выставки он к нам вернется, и мы сможем организовать творческую встречу, потому что я уверена, что это будет невероятный опыт и интерес, действительно. Мы, например, все в нашем музее мы точно туда придем, и будем непременно слушать невероятного автора. При этом мы действительно захотели вместе с Джампаоло Барбьери сделать для вас интерактивную историю. В экспозиции развешена информация о том конкурсе, который мы запланировали в рамках этого проекта. Пожалуйста, фотографируйте экспозицию, выкладывайте с хэштегом, который указан на информационных стендах. И в течение ближайших пару месяцев можно будет выкладывать фотографии. В конце октября мы подведем итог, и победитель получит очень красивый, невероятный альбом, автобиографический альбом, подписанный Джампаоло Барбьери, лично победителю конкурса, фотографию которого мы отберем вместе. Спасибо вам большое, я надеюсь, что вы все будете участниками этого конкурса, а также вернетесь к нам на творческую встречу, которую мы все-таки очень сильно ждем. И спасибо вам за интерес, приходите в Ураль. Благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.